смысле, а что значит капот? После его работы капот полез или что? Сразу же объясняю. Перед Новым годом машину я у него забрал, покатался зиму и все. Буквально месяц-полтора и все заржавело, чертовой матери. И что? И потом цинковали после этого? И потом он забрал у меня и именно капот, он цинковал, покрасил, и после этого проблема исчезла. У него как есть, я же объяснял. Ага. Вот столько времени ездит цинкованный капот. Вот они сколы и есть, да? Беленькие. Ну, тоже видно посечено сколами. Ну так а что такое сколы? Это же вопрос становился за ржавчину. Нет, так если есть скол, то и будет естественная ржавчина. Ну нет. Но ржавчины нету. Что? Значит, то, что тебе удалось доказать. Белый цинк светится. Вот он. Ну да. Вот оно. Совершенно верно.